Так, часть вторая. Собрал я, значит, этот лазер. Работает, да. Я бы такой, чтобы линзы убрать. Сейчас покажу. Вот он функционирует, все подпаял. Вот, ну там... Ну это же китайцы делают говно. Вообще, как бы в идеале, линза, которая стоит, убирать ее. И тогда он вообще будет спички жечь и прочее. Так что вот, работает. Просто надо помучиться с его извлечением. Так что кто столкнется из подписчиков и зрителей, не бойтесь экспериментировать. Все реально. Все, всем спасибо.